Эй, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на канал, чтобы вступить в мою суприм-банду! И, бро, очень часто я замечаю, как вы все проситесь ко мне в видео, и я не могу вам всем отказать, но так хочется всех добавить. К сожалению, это нереально. И знаете, что мы будем делать? Уже далекий блогерский проверенный метод. Короче, комментарий без комментария попадает в следующее видео. Вот это прям идеально. Тебе стоит написать комментарий, если под ним не будет никакого комментария, то ты попадаешь в следующее видео. Ах да, и еще помимо этого комментария тебе нужно будет нажать лайк обязательно и поставить колокольчик мне на канал. Ведь я проверю, ведь я узнал у других блогеров название программы, которой можно проверить, и ты нажал колокольчик и лайк, когда оставил комментарий. И я проверю. Итак, и все, что тебе нужно, это просто написать комментарий, который останется без коммента кого-то. Нажать на лайк и на колокольчик, и ты попадаешь в следующее видео. Просто, просто элементарная тема. Что может быть легче, бро? Давай, дерзай! Как видите, бро, я снимаю себя сам, своей же рукой. Вот так, вот это так сложно. К сожалению, Настя поехала, ей куда-то там надо было. И мне пришлось остаться одному в этом доме. В доме с призраками. Это самое страшное. Но, слава богу, у меня есть штатив, который меня выручит. Это мой братишка. Что ж, бро, после прошлого видео, когда мы вылазили на тот чердак, пух, сколько всего изменилось. Первое и самое главное, это перестали быть эти странные шаги. И слава богу. Но второе, что-то начало ходить в доме. Это просто самое страшное, что может только быть. Кто-то ходит по дому ночью. Мне очень страшно выглядывать. И я уверен, это того не стоит, чтобы выглядывать. Я решил попробовать сегодня призвать призрака. На столе у меня уже все лежит для этого. Вот у меня есть свечи, 3 штуки. Я посмотрел несколько видео, как вызывать призрака, и некоторые из этих способов должны помочь, поэтому мы их будем использовать. Первое, то, что нам нужно, это свечи. Второе, я сделал вот такую вот доску, на которой написано «да» или «нет». И как видите, я взял игрушку, которую уже почти никто не помнит, прицепил к ней вот этот вот пинтик, типа... Я задам вопрос призраку и закручу ее. И один из ответов должен будет выпасть. А вызывать этого призрака я буду в комнате, где сами открывались двери. Я думаю, вы поняли, это было на второй день. И это было просто очень страшно. Конечно, несравнимо с третьим днем, но это было страшно. И мы сейчас отправимся в ту комнату. Так, бро, давайте сейчас отправимся в ту комнату, посмотрим, что там. Потому что, кажется, ночью звуки были оттуда. Фух, это просто страшно. Это ужасно страшно. Но мы попробуем вызвать призрака там, как бы это ни было. Давайте посмотрим, что там. Так. Какого хуя? What the fuck? Что оно здесь делает? Его как будто кто-то принес. Здесь никого нету, и ночью дверь была закрыта, окно тоже было закрыто. Какого хера оно здесь оказалось? Напиши обязательно в комментариях, как ты думаешь, как оно здесь оказалось. Мне важно мнение каждого. А знаете что? Мы попробуем около этой статуи вызвать призрака и узнаем, что от нас хочет. Я все сейчас сюда принесу, ждите. Свечка тупо не хочет зажигаться. В этом доме живет призрак. Прям чистая, да. Так, стоп, давайте еще раз попробуем. Это просто может быть совпадение. Призрак, ты здесь живешь? Фух, это очень странно. И очень страшно. Да. Я думаю, третий раз уже... А нет, давайте-ка все-таки крутяном на третий раз. Это дом с призраком? Да. 3 раза да на один и тот же самый вопрос. Просто по-другому сказанный.
Окей, давайте продолжим спрашивать что-то у призрака. Призрак, ты хочешь нас убить? Я знаю, призыв очень долго, но я думаю, это того стоит, чтобы узнать всю правду. Еще раз, стоп. Призрак, ты же не хочешь нас убить? Я просто оставлю это без комментариев. Это просто было ужасно. Нет. Призрак, ты же не хочешь нас убить? Нет, хочу, получается. Блин. Так, стоп, давайте еще раз. Как бы еще сформулировать этот вопрос? Призрак, ты убийца? Да. Все, как здесь, приплили. А если мы уйдем, ты нас будешь трогать? Сейчас мы узнаем главный ответ на главный вопрос. Ну не может все три раза просто выпадать на «да». Или так совпасть с ответами, это просто нереально. Тем более там, когда было «нет, хочу». Ответ на половине, типа он не знает. What the fuck, это просто жесть. Ладно, давайте еще раз по-другому. Призрак. Ты продолжишь за нами охоту, если мы убежим отсюда? Нет. Значит, если мы отсюда уйдем, он просто перестанет на нас охоту. Фу. Это еще не самое страшное. Но, блин. У меня негде будет жить, если я отсюда уйду, призрак. А если я здесь останусь, мы сможем с тобой поладить? Я знаю, было глупо задавать такой вопрос, но у меня просто не было другого шанса. Мне просто негде будет жить. Давай да, пожалуйста, давай да. Да, 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 давай, ну. Я просто не знаю, что сказать! Я что-то слышал. Сейчас приду. Слышалось, похоже, там ничего не было. Не вижу смысла больше с ним общаться, потому что мы знаем на все ответы. Просто нужно отсюда съехать! Заканчиваем этот сеанс. Призрак? Я выхожу из твоего сознания. Это явно того не стоит. Это все очень странно, он перемещает эту статую. Он творит что-то ненормальное. И почему все именно со мной происходит? Почему все именно в этом доме? Это просто жесть. Я не знаю, что еще на это сказать. В общем-то, бро, пока я тут ходил, у меня появилась одна идея. Как насчет того, чтобы ВКонтакте я создал группу? Ну, то есть, беседу, переписку с некоторыми из своих подписчиков и общался с ним по поводу всего этого. Чтобы попасть в эту беседу, тебе нужно будет репостнуть из моей страницы ВК это видео. И тогда я тебя добавлю в беседу. Это просто жесть. Также не забывай рассказывать своим друзьям об этом видео. Потому что, возможно, вы с ним придумаете какую-то разгадку этому, что мне нужно сделать. Но точно не уезжать отсюда и хватит писать, уезжай отсюда. Это не единственная разгадка, я не могу отсюда уехать. Также пиши комментарий, ты попадешь в следующее видео. Комментарий без комментария попадет в следующее видео. Конечно, если ты поставил лайк и нажал на колокольчик. Я-то узнаю, у меня есть программа, мне блогеры подсказали. На этом все, бро. Рассказывай об этом видео друзьям, вступай в Supreme Банду, подписывайся на канал, лайк, подписка, колокольчик. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока.